На формирование комфортной городской среды в Курганской области выделяют около 200 миллионов рублей. Средства поступят из федерального и регионального бюджетов. Также будут привлечены финансы муниципалитетов и инвесторов. Соответствующее решение было принято на последнем заседании зауральского правительства. Как сообщает пресс-служба губернатора, 2/3 средств направят на ремонт дворовых проездов, восстановление асфальтового покрытия, освещение, оборудование детских и спортивных площадок, парковок для автомобилей, пандусов для маломобильных граждан и озеленение территории. Еще 1/3 на обустройство спортивных объектов, территорий возле памятников, городских площадей и других объектов. В настоящее время в большинстве муниципалитетов уже утвержден порядок проведения отбора дворовых территорий и территорий общего пользования для проведения комплексного благоустройства. Ведется сбор заявок от населения.